Ладно, тогда попробуем начать. Ну да, тут они очень много где эти такие грустные. Да просто Гарри будет, остальных всех мне отдадут. Да. Зачем мне катсцены-то смотреть снова? Так, как мне туда попасть? А, понятно, Уизли. Вспомнить бы, где эта коробка находится. Вот тут. Я все понял. Да как ты так тупишь? Вау, еле-еле, блин, смог дойти до туда. А ничего, что я так и пытаюсь сделать? Или чё? Вот, наконец-то. Что-то очень странное было. Так, я просто это ломаю, потому что я иначе не вижу ничего. А, надо проехаться по этим хреновинам. Окей. Это мне как раз даст штуку, на которой надо ехать. Угу, один из пяти. Так, ладно, тут пока не могу челика спасти. Ты это что ли? А он тоже считается, да? О, еще вон там. Ага, вижу. Как быстро все происходит-то с этой быстрой магией. Так, машинка. Трактор. Вау. Ну чё ты тупишь? Ты как ты не можешь это доломать? Такой довольный, блин, веселый. Вот, оказывается, Том Реддл всю жизнь мечтал на тракторе ездить. Но у него не было такой возможности, поэтому он стал Волан-де-Мортом. Так, это я вообще не знаю, для чего я делаю, потому что оно мне явно ничего не даст. Просто я этого до этого не делал, поэтому сейчас и делаю. Так, как-нибудь поставлю просто и все, достаточно. Блин, на Гуаменте не ускоряется от быстрой магии. О, как же так?
тут где-то синенькая. Да ладно, я умудрился как-то пропустить. Как тевранство. Где она? Покажите мне ее, пожалуйста. Где-то там. Можете показать мне, куда я лечу? Где-то вот сейчас на пути, походу, будет. Или нет? Подождите. Так, мне, походу, придется опять этот уровень переиграть. Потому что почему стрелочка была только на одном? Тут только на последнем. Если бы они были везде, я бы догадался. Элфиас Дош. Так, мне нужна какая-то штуковина. Блин, это вот очень тупо получилось. Блин, можно было бы такое колечко сделать, типа, где я мог выбирать персонажа, а не просто так вот переключаться. И типа, это я только ради этого это делаю. Просто чтобы монетки получать. А, все. Так, ага, Рон. Блин, жаль, что мне придется опять его переигрывать. Я люблю вот такие штуки, где приходится быстро действовать и нельзя обратно вернуться. Это опять тоже просто так было. А, вот сюда. Так. Мне нужна какая-то машинка. А, вот это вот, да? Так. Это не ускоряется тоже. Ой, тоже такой довольный весь. Так, один из пяти, хорошо. Блин, да можете вы отойти кто-нибудь. О, ладно. Нормально. Какая она медленная. И она не пролезает даже вот тут вот. Блин. Чё за жесть? А, 3 из 5. Так. 4 из 5. И, пожалуйста, быстрее. Можно я дойду до 5? Она, походу, в какой-то вообще жопе жопной. А, вот она. Отлично. Так, что у меня тут осталось? А, блин, тут не показываются персонажи. Так, одна часть щита осталась, которую я уже сейчас в этот раз не подберу. Из-за того, что, блин, игра охреневшая. Не объясняет мне ничего. Так, Тонкс, где Тонкс? Я забыл. В натуре где?
Не, это явно мне рано делать. А, вот здесь вот она, точно. Давай, давай, давай. Все. Давай, 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 давай. Сейчас придется переиграть это все. Говно. Зачем ты Люмос делаешь? Не надо Люмос делать. А, еще тут министерство в этом же уровне. Так, ну тут мне делать не надо ничего. Ладно, походу, надо. Потому что я тут иначе не проберусь. Блин, это тоже так долго. Почему они не могли это тоже ускорить с помощью этого быстрой магии? Пожалуйста, быстрее. Я просто не знаю, тут мне что-то остается еще сделать или нет. На этом уровне. Так-то я мог его просто взять и закончить. У меня бы прогресс весь сохранился. Я не знаю, просто персонажи у меня тут все или нет. О, сейчас долгая анимация будет, которую нельзя даже пропустить. Да я в курсе, что туда. Спасибо, блин. О, персонажик. Хорошо, что я не закончил уровень преждевременно. Артур в костюме. Так, туда мне надо это чинить все? Блин, скорее всего, надо. Так уж тут его жаба. А, да, вот эту фигню надо поставить на лифт и поехать. Да. Элфиас Дош разблокирован. Артур в костюме разблокирован. И очень много монеток. Миллиард. Сейчас придется опять тоже не переигрывать. Тупость-то какая. Честно, даже не совсем помню, что мне надо было попадать. Надеюсь, сейчас вспомню. Иначе это очень глупо будет. Так, давайте еще раз. Да, персонажи все. Не хватает только вот этого когтевранского щита. Да не надо мне это все смотреть. Зачем мне мантия? А, ну не тупи так сильно, пожалуйста.
А то как я быстро сейчас это все прохожу, когда у меня тут все уже добыто. Да блин. Так, тут надо просто, чтобы они меня один раз это укусили, так сказать. Давайте. Укусите меня. Или вы ждете, пока я первый раз сам нападу. Вот, все. Так. Красненькие такие палочки. Вон я их вижу. Одну, по крайней мере, уж точно вижу. Ага. И главное, сейчас вообще ни одной стрелочки нет. Почему она только на последнюю указывала? Это странно. Фу, еле успел попасть. Сложно, страшно. Ох, еле успел. Все. Фуф. Сейвы, да, сохранить. Все. Надеюсь, все остальные уровни буду с одного раза проходить, а не с двух. Или не с 20. Ага. Плюс один кирпич еще, а нет, да? Ладно. Так, все три персонажа, вообще все надо тут. Три персонажа, все четыре части щита и челик в опасности. Так, а как это сделать? Непонятно. А, вон там эти есть. Очки, наверное, с помощью них. Пока это сделаю, чисто ради прикола. И... Ага. Мостик. Теперь делаем от этого персонажа. Это будет первый у нас. Надо будет их считать же, желательно, чтобы я не забывал. Так, давай шляпу снимай. Ага. Невилл зимой. Так, первый. Так, надо этого голову кабана откуда-то взять. Вот отсюда, окей. О, тут трансгрессировать можно аж. Вон туда. Так, тут нужен ключик явно. Или что? А, нет. Просто сломать. А, надо попадать во все них. Прекрасно. Да не надо этого живоглота чуть не звал его крюкохватом, блин. Так, двоих персонажей я нашел. Ой, нет, одного, а все еще.
Так, а тебе что надо? А там фокус, что ли? Оу. Так, что-то я запутался немножко. Чайник тебе нужен. Откуда я его возьму? А, вот он. Кувшин вот этот, или как там его хрен знает, короче, что это. Так, что ты сейчас сделаешь полезное? Ага, хорошо. Как мне попасть вон туда? Как-то надо туда попасть. Так, лопату сейчас Невилу принесу. Так, это куда? А, это в зелье, что ли? Зачем мне зелье? Мне не нужно зелье силы. Да нет, блин, ладно, хорошо. Так, все, всех удовлетворил. Теперь надо понять, как попасть вот сюда. Там явно этот что-то там. Я не понимаю. В бочке, что ли, надо к ним подойти? Нет. А что тогда? Так. Живоглот. Блин, я постоянно не на ту кнопку нажимаю, чтобы копать. Ага. Понятно. Ага, Гермиона зимой, я так понимаю. Может, ты мне поднимешь ее, спасибо? А, нет, это Гермиона в шарфе. Ладно. Как я мог так ошибиться, ужасно. Так, это все очень круто, там теперь открыто. И типа надо туда идти, но... Давайте вы мне автоматически... Нет. Спасибо. Мне надо понять, как попасть вот сюда. Там вопросительный знак какой-то. Так, вы тут что делаете? Ой, я вас запузырил. Так, и что тут? Тут еще что ли есть что-то? Да блин, попади ты в эту сосульку уже. Не знаю, зачем. Но все же попади. А-а-а, сложно-то как, я не понимаю, что делать. Давайте зелье, что ли, сделаем.
Ладно, давайте построим скелета. Не знаю, для чего оно мне. Потому что тут я явно не понимаю, что нужно сделать. Чё у меня столько проблем, блин, с этими уровнями вдруг возникает? Не могу эту дверь никак открыть ведь. А, так можно на B нажимать, чтобы эту штуку надеть. Ну, это, конечно, ничего не изменит для меня. Неужели мне придется в интернет реально залезать, чтобы посмотреть на вот это? По-любому там что-то очевидное такое. Еще просто надо просто тупо как-то, ну, додуматься. Но я не могу почему-то до этого додуматься. А, тут исключительно зелье силы. А кем мне нужно быть-то тут? Или что? Блин, извините, мне придется посмотреть в Гугле. Ни хрена себе. Такой механики меня еще не учили. Оказывается, можно вот выбрать фокус и переключиться на того персонажа. Я реально не помню, чтобы такая механика присутствовала до этого где-либо в этой игре. Я почти уверен, что ее не было раньше. Фига, тут целая дополнительная зона, к которую нельзя было попасть раньше. Так. Так, челик в опасности, ясно. Так, ага, тут вот это как раз... Ага, тут еще и вот это все. Сколько тут всего-то, офигеть. Очень много всего. Так, вот и пуффендуйская часть щита. Так, а это есть смысл тушить? Наверное, нет. Ну ладно, я все равно уже потушил. Так, чьи этот сыч? Вау. Ага, и гриффиндорская часть щита. Походу, все. А, нет, подождите, мне надо как-то этого персонажа того найти. Там, походу, этот делюминатор будет. И это чисто для прикола. Так, где свет есть? Ну, давай там видел это. И то, что увидел. Так, где тут? Ага, нашел.
Чё ты срёшь монетками? А персонажа, то есть, ты не хочешь срать, да? Подождите, опять я не понимаю, что мне делать. Каким образом? Почему тут так все настолько непонятно? А, вот это вот. Подождите. А, это сесть надо. Так, Джоу зимой. И я так понимаю, что я могу этот уровень заканчивать, потому что я все сделал. Так, 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 так. Угу. Раз. Два. И три. Да, этот уровень пройден. Блин, как-то все непонятно, это было жесть. Что ж, офигеть, два уровня все прошел. На этом мне, наверное, часа три ушло. Жесть какая-то. Так, давайте, давайте, давайте. Так, тут пройдено максимум, тут пройдено максимум. Тут два персонажа, челик и два щита. Две части щита, в смысле. Так, два персонажа, челик, две части щита. Ну, две части щита и челик я могу посмотреть во время паузы, а вот персонажей нет. Так, тут ничего нет. Ай, да-да-да. Тут мне нужно, значит, ничего пока не делать. А зачем я так-то сделал, если я мог просто не сделать этого? Так, отлично. Молли в этом, в фартуке. Туда идти не могу, да? Угу. А, ты не умеешь фокус делать, да ты чё? Ой, упс. Так, а зачем я это делаю? А, они мне дадут как раз эту штуку. Мародёры. Так, главное, тут самое мне то, что пугает, это челик в опасности. Я могу просто очень запросто пропускать. Ага, так. Ой, где она там спряталась? Стоп, что? Стоп, что? Почему некоторые из них невидимые? Каким образом я это должен сделать? О, вот и челик в опасности, отлично. А, люстра. Ха.
Так, где твоя палочка? А, босс, да. Да, все. Так, тут вообще ничего нет, да? Я, блин, забыл, каких персонажей-то я нашел уже в этом уровне. В любом случае, мне еще пуффендуйскую часть щита получать. А, надо поймать этот самолетик в сачок. Точно. А мне нужно эту для него еще ручку. Хотя где у него ручка? Явно же не здесь или здесь. А, здесь, в натуре. Угу. Так, ладно, тут все пока что хорошо у нас проходит. Пусти меня в отдел тайн. Так, ага, пуффендуйская часть щита здесь. А, тут Уизли есть. Это тогда явно сделать не мог. О, персонаж наверху. Ага. Снэк в... трусах. Спасибо большое. Без него мне было никуда. Так, подождите, а как мне тут? А, понятно. Так, я все, двух просто персонажей нашел, челика спас. Да, все, уровень пройден. Да, ну он и так уже пройден в любом случае. Так, да, всех разблокировал. Супер. Давайте. Ага. 2 миллиарда. Ага. Прикольно.